После запуска второго этапа новой транспортной модели в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах количество пользователей мобильного приложения «Волга» возросло на 10% и на данный момент составляет около 270 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба транспорта Верхневолжья. Напомним, что второй этап новой транспортной модели стартовал в 4 муниципалитетах Тверской области 3 июля. Отметим, что с помощью мобильного приложения «Волга» пассажиры могут оплатить проезд через QR-код, размещенный в автобусе, купить абонементы, посмотреть срок действия купленных активных абонементов, пополнить электронный кошелек транспортной карты и мобильного приложения. Кроме того, через приложение узнают информацию о расписании, о наиболее удобном маршруте, а также отслеживают автобусы на карте в режиме онлайн. Скачать приложение бесплатно можно в Google Play и App Store.